Эта тема достойна того, чтобы прочитать ее. Максим Фадеев объявил о создании нового музыкального конкурса совместно с Узбекистаном и Турцией. И вот о чем здесь говорится. Это написал в Телеграме Фадеев. Россия будет представлять ваш покорный слуга, Узбекистан Юлдуз Усманова, а Турцию самый, наверное, популярный на сегодняшний день там представитель творческой профессии. Уверен, его имя станет шоком для всех, написал Фадеев в Телеграм-канале. И вот еще что рассказал. Тут говорится о том, что, как оказалось еще в начале этого года, продюсер подготовил концепцию музыкального конкурса и обсуждал ее с несколькими странами. И рад, что именно Узбекистан станет местом его проведения. Визуально Евразия задумана как международная музыкальная олимпиада. Проводить мы его будем ежегодно в августе. Штабы в трех странах уже начали работать по организации приема заявок от стран-участниц, рассказал продюсер. Я, например, знаю, что выиграет Юлдуз Усманова, потому что до этого он написал песню для Юлдуз Усмановой. Песню, которая называется «Скажи мне имя». Я обожаю Юлдуз Усманову. Это прекрасная певица. Я жила в Узбекистане, я знаю, что я говорю. Это уникальный человек. Вот, сейчас только включу мелодию, и вы сразу поймете. Вот. Я уже не буду тут этот самый... Вот они как... Вот она. Вот танцуют все тут. И Юлдуз Усманову в Турции очень обожают, потому что она некоторое время жила там. Это просто хороший вот дуэт Юлдуз Усманова и вот это просто прелесть. Я дам ссылочку, вот как они танцуют вдвоем и поют. Я рада за них обоих. Это уникальный дуэт. Так что надо будет обязательно посмотреть этот конкурс.